погнали. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ним и новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радивцу напомнит нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы пакли. Здорово, Жень. Здорово. Как дела? Нормально. Починился, все. Володя, ты что, последний решил, что ли? Да, пошел, давай, я домой. Я поеду. Ебать, вот забор, столбы, блин. Пипец. Как вот тут ехать, да? Офигеть. Закрыл, да? Закрыл. Да, здорово. Кофе? Можно. Спасибо. А ты вообще на джондире-то работал? Да. Так как у тебя единственный комбайн Растельмаш. Что ты можешь сказать? Сильно ли он отличается от Джона? Мелочи какие-то, мелочи. Недостатки. Ни хрена, у них комплектация херовая. Нет датчиков ни домолота, ни влажности. Влажности. Домолота-то нет, вот на бум. А как он так это, вылетает прям? Да. Ну вот это вот, да. Шелуха. Ну, джондир особо так не вылетает. Ну, в том-то и дело. Вот у меня у одного вот это вот, синокос вот этот. Я говорю, я открыл дверь, вот прям буквально 3 секунды. Зеркало сразу засирает все. Это точно, кстати. А, зато у меня есть электро. Зеркала подводят с кабиной. Да? Да. И подогрев на зеркало. Офигеть. Зиму, в это в зимнее такое время работал на нем, что-нибудь делал? Нет, у меня шаток больше никаких. Только этот. Он в два раза дешевле? Ну, похучее, блин. А он в два раза дешевле, чем джондир, да? 6 миллионов? Не намного. Сколько? 6? Это, по-моему, за 14. За 14? Серьезно? Он тором стоит, как джондир считает. Чуть-чуть дешевле. Офигеть. В такой комплектации, с такой кабиной.
John Deere, получается, руль он на месте стоит, да? Ну, да, на месте. Да. Ставили сюда навигацию диджетовскую. От гидравлики руль, он там на месте стоит. На педальки нажимаешь, на руль ровно стоит. Только крути, не крути, он не отключится. Но это лучше. Что-то скривился, правда? Это я вот в комментариях читал, пишут, что John Deere очень много ест топлива. Вот он ест топливо, смотри. Показатели работают. Топливо. Где он? Засю. А, нет, не здесь. 4 литра в час. А, 52 литра в час. Да ладно, 52 литра в час. Да. Серьезно? Ну да, 52, 53, 52. А сколько John Deere ест? Не знаю. Да так же. 12 литров, 10. 12 на гектар. Давай. Красотень. Ромка, ты монтор починил? Перезагрузил, все работает. А хочешь, я тебе подскажу, как побыстрее его починить в следующий раз? Подскажи. Открываешь дверь и выкидываешь его нахуй из кабины. Да как я потом смотреть-то буду, потери хуери. Да она так и есть, Павел, гадкий утенок, блин. Подкидыш как-то помягче звучит. Ну да, повежливый как-то. Сейчас на горохе вон все сравняемся, хуй угадаешь, кто где. Он запищал, да? Это запускается он так. Сейчас пока молотилка не запустится, жатку не запустишь. Пока жатку не запустишь, на все обороты не прибавишь газ. Даже если прибавишь, будешь жатку запускать, он все равно газ убавит. Да? А, до полторы тысячи. От вашего труда зависит урожай. Сердце культуры. Yeah.
катер подготавливает землю для комбайнов. Сейчас он продискует определенный кавачок, куда могут встать комбайны. Офигеть, Саома, да? Он не лезет никакой дискатор. А может, как ты не даешь залезть? Два тиктокера в поле, тут серьезно. Что, знаешь, да? Наверное, хлопок был сильный. Новый свет, каждый чем-то прогрет. Музыка разбивает нас под фильтром сигарет. В каждом есть своя фишка, каждый танцует просто. Просто не делай тише, кричали отголоски. Вечер моя новелла, в музыке молодела. Вот это красота. Сегодня поедет на другое поле. Мы вчера подцепили жатки уже сразу, чтобы сегодня с утра не возиться. Вот. Комбайны мы не подцепляли, потому что если бы их подцепили, то не смогли попусту заправиться. Совсем скоро подъедет заправщик. И будем заправлять технику. Тут вот у нас есть камнеловитель. Вот его тоже нужно прочищать. Вон вот этот вот рычаг открывается. И закрывается. Прикольная тема. Там вон заправщик уже заправляет комбайны. А вот крючок, чтобы его прочищать. Это специальное видео для тех, кто хотел более подробные, длинные ролики. Вот так этот процесс проходит. Камней нет, но это тоже не помешало прочистить. Вот так прочистили. Вот и все. Ребят, очень много в комментариях вы спрашивали по типу, в каком районе Рязанской области мы убираем. Если вот так вот присмотреться, потом приблизить, то на горизонте, вон там вот это вот домики, это Рязань, многоэтажка стоит. Находимся от Рязани где-то мы за 20 километров.
дохуя интересно. На нашем комбайне. Вон он. Сейчас сразу перейдем на карту. Где она есть? Да, вот. Сегодня загрузка трека. Ну, почти пополам, да? Почти. Надо было подальше, как раз от кустов начинать. Прикольно. Вот он едет, молотит. Отсюда приехали, здесь начали. Все, показываем двигатель. Температуру, нагрузки. Прямо сейчас? Да. Все показываем. Горох убираем, скорость комбайна, средняя скорость. Текущая ширина жатки 9 метров. Во сколько, блядь, включил зажигание, во сколько завел, во сколько работать начал, во сколько закончил работать, во сколько передвигаться начал, тудым-тудым-сюдым. Все есть. Да. Сколько проехал километров за весь день, сколько убрал гектарно. Сколько бункеров намолотил. И то все. Так же и по топливу. Все показатели. Такая штучка. Есть только у меня и у Русельмаша. Приехал у нас агроном в поле и скинул меня с комбайна. Хотя временем идут тучи. В Рязани уже дождик хлещет. Через 37 минут ожидается у нас. Ну все, ребят, пошел все-таки дождик. Вот, кто-то успел комбайны продуть, я, к сожалению, нет. Он взял ключ на 15. Буду лючки открывать, чтобы вода с бункера сливалась.